В Ханты-Мансийске в день неизвестного солдата прошли памятные мероприятия. Главное состоялось в Парке Победы. У мемориала славы объявили минуту молчания, прозвучал троекратный оружейный залп. Представители городской администрации, Совета ветеранов, учреждений и предприятий и все неравнодушные жители возложили цветы в память о воинах, павших на полях сражений, кто защищал независимость и свободу Родины, чьи имена остались неизвестными. Скорбный, я думаю, для всех жителей нашей страны день. Почтить память тех людей, кто, не оставив о себе следа в истории, принес необходимую жертву для того, чтобы все мы могли жить в мире и согласии, продолжать жизнь, работать, жить в спокойствии. Из-за тех солдат, которые сейчас воюют, нам хочется, чтобы все пришли живыми. Мы всех ждем, мы душой вместе с ними.